Ну, ему молоко бежит, Ситик. Не было, вы меня разворачиваете. Да, Лена, да не... Короче, ребят, вот такая... Ну чё, ребят, чищу стога, с боков скинул, с макушек. Снег потихоньку вытаивает. Короче, ребята, вы не поверите. 2 часа назад выходил, работал на огороде. Нормально все было. Все было нормально, хорошо. Ну что? Ну вот. Коровка наша отелилась. Ну, теленок лежит. Вот. Ну. Ну ладно, ладно, ладно. Короче, сломала дверь. Вот. Блин, вообще вышла и отелилась здесь. Вот скажите, что это она ничего не понимает, ничего не знает. Ну? Ну вот. Вот и пола. Вот и. Хотя мы чистим все. Вот, вот она отелила. Вот ей надо было здесь отелиться. Ну? Вон молоко бежит, Ститик. Молоко бежит, Ститик. Да? Пипец. Курица, не знаю. Бычок или телка сейчас Степановна выйдет. Это корова у нас такая своеобразная. Она Степанне только подчиняется, не мне. Лен, я перед тобой это, когда ты... Это она была молоко. Ну, ты еду варила, когда он это готовила? Ну, выпал она. И как он выпал, смог? Живой. Ну? Знает нахер куда. Ну, ему молоко бежит, Ситик. Не было, вы меня разворачиваете. Да, Лена, да не... Так я говорю, ты варила эту полкоровы. Как это, 2-3 часа. Ну ты молодец. Тупая, ну меня. Ладно, Лен, надо это, ворота. Надо по морде дать, чтобы не попадало. Видишь, что, сломала. Она тут, о, она выломала эти.
Короче, ребят, вот такая, вот такие бывают чудеса у нас. Сейчас надо ворот, дверь прикрутить. Дверь надо прикрутить. Он тоже с рыжа. Теперь черные коровы здесь будет стоять пока. А та, которая стала мамашей, она теленком будет стоять. Елена Степановна. Да ты норовишь на рогане. Елена Степановна прибавилась это. Работа сегодня. Блин, прибавилось раньше вставать. На некоторое время ей придется раньше вставать. Так что, ребята, вот так вот. А Вова рад, блин. Не, я рад, что у нас... Что там? О, ты что, Лен, яйца несешь? Да, в кармане ношу яйца. Несешь? Ношу. А, носишь? Охотник. Я подумал, вынашиваешь. Нет. А, блин, где он сейчас? Что там у нас? Курица. Да. Thank you.